Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об особенностях кормления хомякам. Правильное питание – залог долгой и счастливой жизни декоративного хомяка. В силах любого хозяина обеспечить грызуну здоровый рацион. Нужно лишь помнить об основных особенностях кормления хомяков. О них мы и расскажем подробнее в этом видео. Основой рациона хомяка должны стать сухозерновой корм и сочная пища. Пшеницу, овес и прочие злаки можно найти в специальных кормах, которые продаются в зоомагазинах. А вот в качестве сочной пищи хомякам лучше всего давать порезанные яблоки, морковь, грушу и салат. Также эти грызуны будут рады сухофруктам, семечкам и сену. Хомяка ни в коем случае нельзя перекармливать. Кормить этих грызунов специалисты рекомендуют 2 раза в день. Причем сочную пищу лучше давать утром, а зерна вечером. Хомяки любят припрятывать пищу, которую им дают. И при соблюдении такой последовательности кормления вероятность того, что хомяк утащит в домик скоропортящийся сочный продукт, уменьшается. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Для стачивания зубов хомякам необходимы ветки лиственных деревьев или минеральный камень. И то, и другое можно найти в зоомагазине. Важно следить за тем, чтобы у грызуна всегда находилось в клетке что-то из перечисленного, и он спокойно мог поточить зубы. Хомяки плохо переносят соленую, жирную, жареную, консервированную и копченую пищу. Запрещенными для этих грызунов продуктами являются картофель, мед, колбаса, грибы, сыр и хлеб. Их ни в коем случае нельзя включать в рацион зверька. Следите за тем, чтобы в клетке у хомяка всегда была свежая вода. Да, считается, что хомяки восполняют недостаток жидкости в организме за счет поедания сочного корма. Тем не менее, специалисты рекомендуют менять воду в поилке у зверька каждый день. Также не забывайте ежедневно мыть емкости для еды и питья. Итак, мы перечислили основные особенности кормления хомяков. Помните о них, составляя рацион для своего питомца, и пусть ваш хомяк всегда будет радовать вас хорошим аппетитом. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!